Белорусский союз женщин – это общественная организация, одна из многочисленных в Беларуси. В ее рядах более 150 тысяч женщин, неравнодушных к судьбе своей страны. Сбор предложений по изменению Конституции, различного рода помощь, проекты по сохранению исторической памяти – это лишь ряд инициатив, где проявили себя представители Белорусского союза женщин. Сегодня наш Белорусский союз женщин – это общественное объединение, которое по нашей Брестской области объединяет 25 тысяч женщин. Ну, с учетом того, что это совсем незначительный процент среди женщин Брестской области, то здесь самые активные. И женщины, которые имеют хорошую, правильную гражданскую позицию. Ну, а так как наше общественное объединение женское, мы не можем без нашего женского тепла, заботы. Поэтому у нас и женщины, которые не безразличны к судьбам тех людей, которые сегодня попали в трудную жизненную ситуацию. К детям, к малообеспеченным семьям, к старикам. Поэтому наш союз – это союз активных женщин, женщин, которым есть до всего дела. Мы, женщины, должны быть уверены в своей позиции, тверды в отстаивании интересов нашего государства. Важно, чтобы вас слышали, чтобы за вами шли, ведь вы – лидеры. Такой посыл адресовала на встрече женским активом Брестской области новый председатель общественной организации «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская. То, что касается Белорусского союза женщин, и здесь внутри, и на внешней арене, мы как раз-таки выступаем за то, чтобы объединить всех женщин, скажем так, под флагом мира, и для того, чтобы наши мирные инициативы были услышаны, чтобы голос женщины звучал все более отчетливо и громко в общем и в целом в мире. То есть, если не мы, женщины, можем остановить все войны и конфликты, которые сегодня разрывают наш мир на части. На встречу в конференц-зал гостиницы «Беларусь» были приглашены руководители городских и районных организаций общественного объединения «Белорусский союз женщин», члены правления Брестской областной организации, представители ее молодежного крыла, ветераны, лидеры женского движения в регионе для того, чтобы обсудить главную тему проекта «Закона о Всебелорусском народном собрании», которому в скором времени предстоит стать народным органом, принимающим важные решения. Его делегатами станут более 1000 человек. Будут представлены все ветви власти, гражданское общество, к которому Белорусский союз женщин также относится. В законе о Всебелорусском народном собрании, то, что касается представителя гражданского общества, то гражданское общество должно быть представлено 400 человек. Да? 400 человек, и это равная доля от всех представителей гражданского общества. Обсудив все важные темы о законопроекте Всебелорусского народного собрания, женский актив совместно с Ольгой Александровной приступили к диалогу о количественной и качественной составляющей своих рядов, о скором введении пластиковых членских карточек, разработку новых значков, символик БСЖ и многое другое.